Старик, шарик просится гулять охотой. Ну вот сегодня у нас 26 апреля. Вот пришли сегодня между первым и вторым мостиком с братом Василием, Василием Николаевичем. Как я показывал в первом ролике, тут вот все размыло. Котлован прорылся, промылся, вернее, больше метра получается. Ну, с метра даже больше, да. Вот, вот мы сегодня с ним постарались забить хотя бы небольшую полосу, чтобы катиться хоть немножко остановить воду. Все, забили. Буквально часа забрал. И пойдем завтра, даст Бог, будем уже садить колышки там на втором мостике. Все, вот тут забили. Вообще ни одного колышка не было впереди, все вымыло. Пришлось заново все забивать. Вот такая вот разруха тут. Вода есть вода. С ней не поспоришь. Брат хорошо сегодня поработал. Таскал мне глину, нагребал. Слава Богу за все.